сезон. Премьер-лига. Будет смешно. Всем привет! В эфире вторая полуфинальная игра премьер-лиги сезона 2018 года. Экватор уже пройден, а значит, на сцене лишь избранные до статуса лучшие. Им осталась лишь одна ступень, то есть попадание в финал сезона. Но не будем торопиться. Впереди у нас два конкурса, упорные, хочется верить, веселой борьбы. И мы начинаем. А перед нами пятерка избранных, и среди них интересная команда из Ставрополя. Михаил Дудиков, СКФУ. Географически самая дальняя команда нашего сезона – сборная Хабаровского края, культурный город Али. А вы удивитесь, друзья, но город Казань представляет команда КВН «Казань». Первая и пока единственная команда из Калмыкии. Город снов. Республика Калмыкия. Элиста. Северную столицу представляет команда КВН «Актеры». Санкт-Петербург. Всего две команды из пяти продолжат свой путь дальше. Попадут в финальную игру сезона. И решать, кто же это будет. Будет наше уважаемое жюри, и среди них чемпион высшей лиги Евгений Донских, сборная РУДН. Также чемпион высшей лиги Азамат Мусагали, сборная Камызякского края. Не чемпион, но победитель встречи выпускников 2017 года в составе... То есть мы уже разные титулы поднимаем. В составе команды КВН «Парма» Олег Верещагин. Сейчас совсем уже плохо с титулами. Претендент на чемпионство высшей лиги этого сезона, этого года. Фаворит, можно сказать, сезона. Дмитрий Бушуев, команда КВН «Вятка». Он долго играл в КВН, но стал чемпионом в начале, на самом деле, своей КВНской карьеры. Это Станислав Ярушин. И был он чемпионом в составе команды КВН «Уездный город». Ну что же, все команды представлены, все члены жюри представлены. И поэтому мы начинаем. Пожелаем ребятам удачи. Спасибо! Итак, переходим непосредственно к игре. И начинаем мы, как всегда, традиционно с приветствия. Первыми на эту сцену выходят КВНщики из Казани. Ой, мы, кажется, не там вышли, ребят. Давайте заново. Добрый вечер, друзья! На сцене команда КВН «Казань». Город Сургут. Айра, ты что творишь, а? Да что происходит? Давайте сначала. Давайте заново, давайте. Да не с самого начала. Да, ребят, давайте сразу к танцу. Давайте. Ладно, хоть танец получился, да? Да, это да. Ребят, да что происходит, а? Что с нами такое? А это все потому, что на вас порча! Здравствуйте, я потомственная ворожея. Я вижу, у вас на фантазии мощный блок стоит. В смысле? Ну, вы назвались Казань из Казани. Так,
Да что здесь вообще происходит? Ну вот, явно на человеке порча. Рот есть, а шуток нету. И вообще, у вас нет талантов. Как нет? Вообще-то я умею телепортироваться на миллиметр. И как это? Вот. Опа. Видал? Сейчас чуть назад. Опа! Я же говорю, нет талантов. Ладно, хорошо, я вам помогу. Пошлые шутки в выступлении есть? Нет. Ну пусть одна будет. Так, Ася, ты что творишь, а? Мы и так не очень хорошо начали. Зато как хорошо продолжим! Это да! Друзья, во время чемпионата мира такое интервью можно увидеть на каждом канале. Мы всей семьей Свистопляскины приехали поболеть за сборную России! Это отлично. Вы уже наверняка придумали какую-нибудь кричалку. Да, жена, давай. Ой, я тебе шарф затянул, извини. Давайте нашу. А где дядя Коля? Опять потерялся. Да черт с ним. Мальчик, а ты чего молчишь? Скажи что-нибудь. А это наш Сережка, он немножко стесняется. Иди к папке. Опа! Давай, скажи пару слов. Ай, говорю же, стесняется. Беги. Ладно, хорошо. На какие средства вы приехали в Москву на матч? Ой, вы знаете, мы иностранцам сдали квартиру. Надолго? Ой, пока они поймут, что в Череповце никаких матчей не будет. Чемпионат закончится. Ты понял? Ра-си! Да где дядя Коля? Да черт. А у каждого есть такой друг, которого, когда о чем-то попросишь, специально сделает назло. И так в машине. Слушай, Костян, пожалуйста, не гони, а то я пипец как боюсь скорости. Да нет, что-то все нормально. Спасибо. Костян, извини, пожалуйста, я случайно на тормоз нажал. Пипец, у тебя приколы. Абсолютно у каждого парня есть свой особенный голос для разговора с бывшей. И я и говорю, пакет не надо, сдачи себе оставьте, королем ушел оттуда. Тимур, привет. Привет. Как дела твои? Нормально. Почти зажило. Куртку новую купил, я смотрю. Ну, крутимся, живем немножко, че? У тебя как? Отлично, знаешь, вот с парнем новым гуляем. Илин, мы идем, нет? Да, дорогой. Пока. Пока. Странно она у тебя. Ну ты куда? Иногда в школах проводят открытые уроки, где родители рассказывают о своих профессиях. Итак, представьте случай на одном из таких уроков. Ну, в общем говоря, именно так я спас 7 бездомных собак. Потом мы достроили плотину, и деревню больше никогда не затапливал. Вот, детишки, берите пример с папой Настеньки Сидоровой. Сейчас пригласим папу Петрова, пожалуйста. Ну, как говорится, вы же у нас в подъезде собираетесь. Вот эту вот баночку из-под горошка, это я к периле присобачиваю. Чтоб, как говорится, вы не мусорили. Так достаточно, спасибо. Следующим дадим слово папе Юленьке Андреевой, пожалуйста. Не думал я, Юленька, что ты именно так об этом узнаешь. Зато какой дядя Коля веселый сразу стал, а?
вами была команда КВН «Казань». Спасибо. Продолжаем конкурс приветствия. На сцене сборная Хабаровского края. Привет, премьерка! Ну что, парни, я надеюсь, все помнят наш хитрый план на игру. А ну-ка напомни еще раз. При всех? Ну, как-нибудь завуалируй. Хорошо, слушайте. Есть мы, есть они, есть он. Он знает их, они знают его. И все они знают его, которого сейчас нет. Нет, вообще, он есть, но он сейчас не тут. А мы тут, и мы должны тут рассмешить его и их, чтобы они вместе рассказали ему, что мы достойны играть не тут, а там. Вот и все. Теперь мы нифига не поняли. Короче, песня. А собрались мы и приехали, не собрались мы, не приехали, но собрались мы и приехали, чтобы сказать вам всем, поехали! Начнем. Когда мы не знаем кода от домофона, мы звоним в любой попавшуюся квартиру, чтобы попасть в подъезд. Итак, смотрим. Красавчик, кто бы ты ни был, поднимайся ко мне, я вся горю. Куда я звонил? Куда я сейчас звонил? А все вы видели такого продавца DVD-дисков. Итак, в переходе. О, вас что-то интересует? Да. На что вы живете? Любая девушка мечтает сфотографироваться со своим кумиром. Итак, представьте, девушка попросила своего парня сделать такое фото, но получилось, что получилось. Да прекращай ты плакать, ты чем больше ревешь, тем сходство с фотографией сильней. Да заткнись ты, блин, фотограф. Лучше объясни, почему Баста нормально получился, я капец. Может быть, потому что Баста спокойно, ровно стоял, а ты возле него Баста, 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 Баста. Да все, не реви. Вон тебе кто-то фотографию прокомментировал. Ого, сам Баста. Правда, а че пишет? Фу. Ну, может быть, он там... Многие знают, что за последний год многие губернаторы сложили свои полномочия, но такое рабочее место может привлечь и таких людей. Итак, в Центральной избирательной комиссии. 6 губернаторов за один день, представляешь? Да, здравствуйте! Ой, извините, чайхана за углом, вот туда. Не-не-не, уважаемый, я пришел один из ваших регионов делать дотационным. Россия, щедрая душа! Так, подождите. Вы хотите стать губернатором? Да. Ну хорошо, что планируете развивать? Борьбу и коррупцию. Может быть, борьбу с коррупцией? Нет, в одном предложении эта проблема пока что не решается. Так, хорошо. В каком регионе хотите работать? Где-нибудь Дальний Востежен. Дальний Востежен. Дальний Востежен. Сибирский федеральный территорий. Федеральный территорий. Федеральный. Видит Бог, я старался. На Кавказе. До свидания. У меня лакза деревня. Ну и в конце, чтобы поднять всем настроение, вносите дальневосточные подарки. Вот и конкурс прошел, словно и не бывало. Вот игра для жюри, но ведущему мало. Только, 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 только этого мало. Только, только, только этого мало. Анжела!
девушку, чуть такой сюрприз не испортила. Ладно, парни, на этом сюрпризов хватит. Сборная Хабаровского края, спасибо. Только этого мало. Движемся дальше. На сцене команды КВН Михаил Дудиков, Ставрополь. Звезды по жюри все расселись, в ожидании застыл теплый зал. А мы же всей командой хотели, чтобы мы попали в финал. Только одна дура с команды форму утюгом нам прожгла. Слава богу, щедрый Сан Саныч отдал нам свои свитера. Так, ребят! Подождите, вы для чего это все устроили? Да потому что ты криворукая! Я вам сейчас покажу, кто криворукий! Серый! Да ты не знаешь, где ты найдешь, где ты потеряешься. Можно было подумать об этом мы вчера хотели. Как... Это кто такой? Татьяна, я нанял себе телохранителя. Сережа, нанимать телохранителя нужно до того, как с телом что-то случилось. Да он крутой, в него даже стреляли. Кто? Я. Я должен был знать, за что я плачу деньги. Ладно, Серый, давай с ним разбирайся. Сейчас один из нас подохнет. Секунду. Ну и кого ты поцеловал? Маму. Это фотографии Анджелины Джоли. А мать не та, что родила, а та, что хотелось бы, чтобы родила. Я тебе сейчас все зубы пересчитаю. Тише, стоматолог. Сейчас я позову того, кому меньше зубов считать. Папа! Да ты не знаешь, где ты найдешь, где ты потеряешься. Здорово, ты видел, сколько там за кулисами ниндзей? Это не ниндзя, это калмыки. Мне кто-нибудь объяснит, зачем нам этот усач нужен? Короче, вы два придурка больше на эту сцену не выйдете. Ой, все, все, Серега, беги, звони Александру Васильевичу, сообщи ему радостную новость. Теперь в КВН все решает Максим. Да господи, идите отсюда! No problem. Увидимся в миниатюрах. Михаил Дудиков, продолжим. Поздняя ночь, случай в семье. Опять у них сверху музыка орет. Гена, пойди разберись. Сейчас я пойду им устрою. Вот, хорошо. Ну что, разобрался? Угу. Ты что, не Гена? У-у. То есть на таких условиях договорились? Угу. Вот зараза, сейчас я тебя устрою! Бывает и такое, где-то в детском лагере. А я ему говорю, главное спать укладываешься, потом мы с тобой идем на речку. Тетя Таня, у меня что-то под кроватью. Леша, ну у тебя двухъярусная кровать, это нормально. Но все равно, посмотрите. Ну пойдем, Леша, ну мне кажется, ты постоянно сочиняешь. Там постоянно... Да ладно! Да ну нет! Да ну не может быть! Да серьезно! Татьяна, выходи за меня! Я один это чудо не потяну! Так креативно! Я согласна! Совсем недавно российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые в истории стал чемпионом UFC. Тем самым сделав этот спорт популярным в России. Итак, представьте, отец привел сына на секцию по смешанным единоборствам. Все, молодец, отдыхаем 15 минут. А что это за парень, о котором третий шорох? Вышла ты, готовый разбереть другого пыли порт. Здорово, командир, хочу сына на твои бои устроить. Вот снился. Снился не нужен, нужны деньги.
А купите Snills. Нет, идите отсюда. Да вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Он у меня любой удар может выдержать. Прям любой? Смотри, малой, ты приемный. Держись, держись. Пожалуйста. Слушай, одно одолжение. Вы только его по башке не бейте, а то он у меня забывает, как глотать. Сейчас помнишь? Молодец. Нет. Ну, пожалуйста. Здорово, Ген. Здорово. Здорово, пацаны. Папа, откуда ты их знаешь? А, били меня. Идите отсюда! Ну, что, не будет драки? Ну, мы приехали к вам в Москву. Таня, стань ближе, нас снимают. Да серый! Ну не перегибай, мы встречаемся с тобой только по сценарию. Офигенно. Я думала, вы знаете. Меня как будто изнутри побили. Да не ной ты, посмотри, сколько в зале знойных красавиц. Сейчас мы тебя быстро выберем, пошли. Но из план Б, иду я к тебе, по водосточной трубе. Да вот это. Ну нельзя так сразу. Пойдем. Девушка, мы еще походим, посмотрим. Если что, вернемся. Папа, мне вон та подмигнула. Ну, значит, у нее вкуса нет. Тебе такая нужна? Нет. Девушка, как вас зовут? Анастасия. Анастасия, хотите, я в вашу честь звезду назову? Азамат, вы теперь Анастасия. Ты сдурел, что ли, совсем? Девушка... Вы очень красивый. Можете подарить мне один поцелуй? Ага, сейчас она прям начнет. Да прекратите! А что там такое, Татьяна? Кто-то ревнует! Вы перепутали подставную актрису. Извините, спасибо. Пошли! Время пришло расставить все. Что мы хотели этим сказать? Просто за три игры мы очень сильно полюбили зрителя премьер-лиги. Это что, мне теперь спускаться и всех целовать? Да гуманисты, Казану! Они и так все поняли! Михаил Дудиков из КФУ. Thank you very much! Меняются люди день ото дня, а я не в тусовке. Продолжаем конкурс и со своим приветствием на сцене команда КВН «Актеры. Санкт-Петербург». Здравствуйте! На сцене команда КВН «Актеры». Напоминаем, что мы единственные профессиональные актеры, которые догадались попасть в телевизор через КВН. И сейчас мы приведем вам пару примеров разницы между театром и КВНом. Как играют в КВНе? Молодежь, молодежь, мы из Петербурга. Привет, Москва! Как играют в театре? Ваня, Ванечка, Ванюша! Таня! Таня! Таня, а ты откуда? Я из Петербурга. Ишь ты, и я тоже. И мы так молоды, Ванечка! Мы – молодежь из Петербурга! Догоняй! В общем, вы поняли. Наша команда балансирует где-то между этих двух жанров. Ну а как, вы узнаете в миниатюрах. И снова здравствуйте! Мы, как актеры, по роду своей деятельности обязаны знать, что происходит в современном кинематографе. И сейчас многое в нем решают продюсеры. Итак, в офисе Уолта Диснея. Ладно, Дональд, зарплату мы тебе повысим. Чего ты еще хочешь? Бабу.
Бабу! А, ты хочешь, чтобы мы сделали из тебя бабу? Дэйзи Дак! Это ж гениально! Так же, как актеры, мы следим за своими коллегами по цеху. И мы заметили, что в последнее время в боевиках злодеи часто наступают на одни и те же грабли. Где они находятся? Отвечай. Это развяжет тебе язык. Где... Где они, отвечай? Они там, где ты. Не найдешь, потому что... Что? Спрятаны в лесу. Говори погромче. Сначала и погромче. Где... Опа! 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 Тише, спокойно. Медленно положим оружие на пол. Вот так. А теперь пни оружие ко мне. А мы продолжаем наблюдение за современным кинематографом. И так, представьте, эпический фильм, эпичный момент, и вот что-то ведь пошло не так. Он был великим императором и достоин того, чтобы его тело гордо пронесли по улицам Рима. Он был настоящим воином и нашим другом. Настоящий. Великий человек. Настоящий. Он прекрасный тактик. Полководец. Великий. Воин. Великий воин. Товарищ по оружию. Настоящий друг. Да. Великий гений, великий человек. Да это невозможно! Я понимаю, Август больше всех переживает. Но так надираться — это свинство. Но он был великий воин. Но это не повод, Август. Ну а мы продолжаем погружение в современный кинематограф. И здесь, на самом дне, хотели бы показать вам небольшой эпизод из российского телесериала. Ну как вы там? Как погода? Везет, а у нас мороз. Мам, слышишь меня, мам? Я теперь в рок-группе играю. Спасибо. Наверняка вы тоже обратили внимание, что человеку на том конце провода тяжеловато вести с ней диалог. Но мы все-таки попробуем. Ну как вы там? Алло. Как погода? Привет, дочь. Везет, а у нас мороз. Алло. Мам, алло. Слышишь меня, мам? Да, я слышу. Я теперь тебя. В рок-группе играю. В какой рок-группе? Ага, басисткой. О чем ты говоришь? У нас сегодня концерт. Я не понимаю. А, я рядом, сейчас посмотрю. Рядом с чем ты находишься, алло? Спасибо. Да, все пришло. Но мы, как актеры... Но мы, как актеры, все-таки можем представить себе человека, который смог бы с ней поговорить. Ну как вы там? Как погода? Очень жарко, как у вас! Везет,
а у нас да, Мару. Да. Мам, да. Слышишь меня? Да, слышу. Я теперь в рок-группе играю. Офигеть, басистской? Ага, басистской. Круто. Сегодня концерт. Мне плевать, ты рядом с компом, почта. Сейчас посмотрю. Посмотри, письма пришли. Да, пришли. Все пришло. Посмотри, как мы. Супер. Как мы, да. Вы такие красивые. Да. Я так соскучилась. Я тоже, кстати, беременна, будет брат. Ой, правда? Да. Мам, супер. Надо деда обрадовать. Не надо радовать, он не родной. Все, пока. Для вас выступала команда КВН «Актеры». Единственные профессиональные актеры, которые мечтают на сцене театра Российской армии сыграть в КВН. Я знаю, придется мне. Я знаю, настанет первый час. Последнее приветствие в исполнении команды КВН «Город снов» Элиста. А калмыки сегодня точно пройдут финал. Я даже вам больше скажу. Больше. Калмыки в полуфинале на первом канале. Нет, это не сон. Вокруг знакомые лица. Качнем столицу вместе в унисон. И мы зажжем. Привет, Москва! Друзья, как вы поняли, на сцене калмыки. Сань. Ой. А кто ты по национальности? Я? А, калмык, что ли? Да. А что сразу не сказал? Потому что песня подходит, поэтому. Аркаш, а кто ты по национальности? Я? Что-то долго, ты калмык? Да. Ну все тогда что? Друзья, на эту игру нас приехал поддержать мэр нашего города. Чувствуйте мой новый дорогущий парфюм. А что, бензином пахнет? Да, бензином. Ты видел, какие на него цены сейчас? 95. Это не прибалдей, смотри. И вообще, ребятки, вы сегодня точно победите. Да откуда вы знаете? У меня есть животное, которое предсказывает исход игры. Осьминог, что ли? Какой осьминог? Сынок! Ну-ка. Кто сегодня победит? Город снов? Город снов. Или какая-нибудь другая команда? Город снов. Все, иди отсюда. Город снов. Что-то меня палишь, я не пойму. Встань на место, бесишь меня. Ну что, Москва, встречай калмыцкий юмор. Ура. И для начала новогоднее поздравление президента Монголии. Дорогие монголы, поздравляю с 2018 годом и пусть этот год будет счастливым. Дорогие монголы, поздравляю с 2018 годом! Ничего не говори, зажжет огонь. Друзья, китайская версия программы «Шоу Голос». Дикшан Тингер Ширтна. Голан Мурхангану. Ничего не говори, это жжет огонь. Друзья, всем известны такие персонажи, как 300 спартанцев. Но мало кто знает, что среди них было еще 10 калмыков. Итак, представьте. ...290 спартанцев и 10 калмыков. Это Спарта! И калмыки! А, кстати, где калмыки? Не знаю, кайфуй где-то. А зачем калмыки? Ничего не говори, это
Влиятельные люди бывают разными. Итак, представьте, у сына такого человека машину забрали на штрафстоянку. Итак, в ГАИ. Здравствуйте, здравствуйте. Вот он, хорош! Хорош, хорош, что происходит? Так красиво, я перестаю дышать. Что происходит? Вы кто такие вообще? Ты инспектор. Я? Ой, что-то упало у меня из кармана. Это фотография вашего сына. Нет, я ее специально выкинул, ты лучше посмотри. Вы что, мне взятку предлагаете, что ли? Инспектор, сейчас я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это номер Виктории Дайнека. А теперь, собственно, о предложении. Вы что несете, не помню? Все, проваливайте отсюда, ничего я... Инспектор, инспектор, я думал, вы адекватный человек, но, увы... По-плохому, так по-плохому. Что вы делаете? Что он делает? Зачем вы закрываете окно? Что происходит, не пойму. Буквально через полчаса он затолкает это здание глубоко под землю. Решай. Вы идиоты. Продолжай, продолжай, он не успеет выйти. Ничего. А когда парень помогает девушке выбрать платье, это похоже на работу саперов. Дорогой, какое платье надеть, красное или синее? Так, красное или синее, красное или синее. Ну, допустим, красное, оно пойдет к ее помаде и сумочке из Милана. А если синее, синее подойдет к ботильонам и балеткам. Но для ботильонов не сезон. Так, походу я гей. Ничего. Так, ребята, идите сюда, срочно идите сюда. Срочно идите сюда. Что случилось? Вот эту последнюю миниатюру кто придумал, а? Как то, Серый, ты? Знаете, что-то глубоко я в тему погрузился. Она мне категорически не нравится, поэтому решил выгнать тебя из команды. Я сам этого сделать не могу, Сашка, давай ты. Ну ладно, Сережа. А что? Вот что собрались по какому поводу. Мы тут командой подумали, и ты решил уходить с нашей твоей команды? За что? Сашка, родненький, ты что? А, ну оставайся. Не, Саня, рано сдал. А, уходи! За что? Не сдавайся, слабак! Я же смешно! Че, вы ржете, когда я ухожу? Ну, уходи! Вместе так надо было смеются. В школе смеялись, в университете смеялись. Мы уж там выступали. Да не важно. Все, я ухожу из КВН. Сережа, а ты куда? Пока не знаю. Да я не решеч, да я не решеч. О, да я хамбе, о, да я хамбе. Баю кишеку. Друзья, сейчас к нам в страну приезжает очень много иностранцев, поэтому... Сережа, а можешь еще раз повторить? К нам в страну. К нам в страну. Ну да, да, да. Поэтому мы... А, что дальше продолжать? На мундиале гостей все встречают, и каждый народ культуру свою гостям представляет. В ушах, как мексиканцы, хинкал едят испанцы. Под балалайку в центре России калмыцкие танцы с нами танцует Африка. Команда КВН «Город снов». Спасибо. Может быть, я вернусь когда-нибудь этим городом захлебнуться. Друзья, это все приветствия на сегодня. У нас короткая дистанция премьер-лиги на этом этапе. Всего лишь два конкурса. И сейчас все наши взоры обращены на уважаемых судей, от которых мы ждем решения по первому выступлению команд. Итак, коллегиальное решение Евгений Донских готов озвучить. Оценки за приветствие. Казань 4,7 балла. Михаил Дудиков 4,8 балла. Сборная Хабаровского края 4,9 балла. Город снов и листа, актеры Санкт-Петербург 5 баллов ровно.
Спасибо большое нашим судьям, и мы переходим ко второму конкурсу игры. А финальным конкурсом игры мы предложили командам сыграть фристайл, причем в этом фристайле команды смогут пригласить какого-то известного человека, известного персонажа в свое выступление, одним словом, пригласить звезду. Итак, фристайл со звездой, и начинает команда Квен «Казань». Друзья, должны предупредить, у нашей звезды из-за очень высокой занятости не было времени отрепетировать с нами этот конкурс. Поэтому придется рассказывать ему сюжет прямо сейчас. Я извиняюсь, ты нас слушаешь вообще, нет? Да. Сюжет у нас по Буратино, ну, ты сам понял, наверное, по костюмам. В общем... Ты играешь главную роль. Да. Ну, Буратино же деревянный мальчик. Ты тоже как бы безэмоциональный. Смешно. Ну вот, и самое забавное, там еще песня очень подходит. Послушай. Б. О. Гдан. Да, вот так. Прям сильно. Сильно? Да. Ну, круто. Тебе понравилось, да? Да, да, круто. А ты что делаешь-то? Ну, выиграть хотите? Конечно. Ну, хотим, да, конечно. Хотим. Конечно. Садитесь, съешьте. В смысле, просто что, садитесь прям... и есть? Да, садитесь, съешьте. И что, просто ничего не делать? Ешь. Вкусно? Ну, вкусно. Но у вас же такое уже было в высшей лиге. Да? Ну, давайте на банане выйдем, все сядем и уедем. Ну, и это вы тоже делали. Ну, хорошо, давайте машина выйдет, мы все сядем в нее и уедем. И так тоже вы делали. Блин, какая мы все-таки гениальная команда. Ребята, в КВНе надо удивлять, делать то, да? Что еще никто ничего не делал. Угу. Давайте ругаться матом. Мне сеньоме, Богдан, бірінші канадала етерге ярыминді. Королі сеньоне. Хаш, устай мене болсан. Вы сейчас на татарском матом ругаетесь? Ну, не знаю. Не знаю. А любовь слепая, сердце разрывает, карими глазами. Держит, как вину. Извините, вначале забыл сделать. Но вас звезда, конечно, вообще не вывозит. В смысле? Ну, он лепс никакой вообще. Да это не лепс, это Костян. Ну, еще какого-то Костяна неизвестного позвали. Да, блин. Богдан, ты будешь вообще помогать нам, нет? Ребята, я придумал. Давайте спать на сцене. Чего? Такого точно никто еще не делал. Тем более, вон люди почему-то кровати стали выносить. Смысл? Серьезно, ложитесь. Да просто ложиться и спать, да, что-то? Да, ложитесь. Просто ложиться и спать? Да. Нет, а с едой ты что делать, Богдан? Не волнуйтесь, есть проверенные ребята. Зашибись. Плюшки едят, Казань спит. Нормальный у нас такой КВН на Первом канале. Такая вот премьерка. Кость, не усмешняй, и так гениально же.
Слушай, Богдан, давно хотел спросить... Богдан? Он что, уснул, что ли? В смысле, реально? Богдан! Богдан! Ну и как мы его будить будем? Может, его нужно поцеловать? От того, что я его поцелую, он вряд ли проснется, или... Я вообще-то себя имела в виду. Да? Ну, видишь, не помогает. А, слушайте, я знаю способ. Ну что ж, следующая команда «Плюшки» имени Ярослава Мудрого на сцену. Александр Васильевич, мне ко второму конкурсу. Богдан, а ну быстро сюда! Ребята, пока я спал, люди смеялись? Ну, не особо. Не особо. Не так, чтобы прям. Слушайте, ребят, я вот этот номер, где мы спим, проверил. В финале его показывать не будем, он не смешной. Богдан! Ты вообще нам будешь помогать или вот нет? Вот тоже мне звезду позвали, конечно. Да. Ну, давайте я в жюри за вас словечко замолвлю. Подожди. Это... А так должно быть? Да, нормально. Уважаемое жюри, я сейчас скажу искренне. Мы с ребятами на самом деле в жизни не друзья. И вот к концу конкурса не сказать, что прям сдружились. А если серьезно, возьмите этих храбрых ребят. Ведь только храбрые люди могут позвать звезду человека, который 2 года назад вылетел в 1/8 премьер-лиги. С вами была команда КВН «Казань» и Богдан Лисевский. Продолжаем фристайл на сцене Хабаровск. Для того, чтобы победить в решающем конкурсе и пройти в финал, мы написали масштабное эпическое полотно. Итак, сказ о том, как Илья Муромец Русь-матушку от чудища болотного освободил. Илья Муромец у нас уже есть. А чтобы на 100% угадать со звездой, которая исполнит главную роль, мы решили провести кастинг. Итак, давайте звонить. Выходи, чудище болотное. Это ты, чудище болотное. А по сценарию вы. А по жизни ты. Сан Саныч, дайте ему зеркало, пусть убедится. Мы вам перезвоним. Выходи, чудище болотное. Чтобы чудище болотное вышло, выпейте на ночь отвар чабреца, и утром оно выйдет окончательно. Мы вам перезвоним. Выходи, чудище болотное. Что? Это кто? Кто это чудище болотное? Это ты меня назвал чудищем болотным? Слушай, я сейчас звоню Александру Васильевичу. Вам хана. Чудище болотное. Алло. Алло, Александр Васильевич, здравствуйте. Да, это Александр Рива, да. Кстати, звонит тут молодежь и ругается. Да, чудищем болотным меня назвали. Алло. А это вы утвердили? Александр Васильевич, ну, как всегда, гениально. Браво. До свидания. Выходи, чудище болотное. Здравствуйте, уважаемые хабаровчане! Неизвестная команда по умолчанию. Я Семен Слепаков, можно Петя, можно Иван. Александру Васильевичу можно, но только не вам. До встречи в театре Российской армии. Че, не знаете, где это? Ну, для вас это как Нарния. Там я влюблю вам тройку за ваше выступление, ну а пока не парьтесь. И как говорил Медведев, хорошего вам настроения! Хорошего. Мы вам перезвоним! Выходи, чудище болотное! С удовольствием. А что чудище должно делать? Съесть принцессу. С макарошками? Нет, с пюрешкой. До свидания. Ребята, вам не кажется, что мы слишком резко звездам отказываем? Они же могут и закончиться. А мы не Юрий Дудь, чтобы у нас звезды закончились. Продолжаем звонить. Выходи, чудище болотное! Напомните, кто у вас в Хабаровском крае губернатор? Мы вам перезвоним. Да, привет.
Поехали. Выходи, чудище! Что значит чудище, выходи? Мне давай креативно что-то. Чудище конкретно. Какое чудище? Чудище безлимитище, например. Безлимитище! Ну, чтобы креатив был. Потом чудище готово выходить. Но только на первом канале. Только в прайм-тайм. Программ 17-20, не меньше. Поэтому давайте, ребят, соберитесь и перезвоните уже нормально. Выходи, чудище болотное! Ну, во-первых, Долгопрудный — это не такое уж и болото. А во-вторых, мне очень странно слышать это от людей из Хабаровска. Мы вам перезвоним. Ты кому там перезванивать собрался? Мы рады встрече, но если кто-то не знает, так я отвечу, что мы без доктора болезни лечим. Ну мы вообще, у нас мало времени на Первом канале, мы со всеми звездами так разговариваем, и с Нагиевым, и с Ревой. Слушай меня внимательно. Песня про КВН от группы «Дюна». Соберутся на банкете все команды отмечать. Принесут кумы с Калмыки, а татары свой ча-ча. Питер мерзкую погоду, Ставрополь свои ветра. Ведра с красною икрою всем подарит хабара. Это идеальная, идеальная команда. И звезды российского телевидения. Идеальная команда для финала гениальной игры. Спасибо. А движемся дальше. На сцене команды КВН Михаил Дудиков, Ставрополь. Друзья, а в нашем фристайле мы хотим показать, что в жизни может произойти абсолютно все. Итак, в одном из московских дворов. Да тормози ты, Шопен усатый! Ну когда ты мне уже собираешься объяснить, на кой черт мы с этой пианиной по всему городу таскаемся? Просто в этом доме живет моя девушка, и я хочу сделать ей сюрприз. Ну делай! А только я не умею играть. Господи, что там уметь? Хочешь веселенькую — играй на беленьких. Хочешь грустненькую — на черненьких. Все, понял. Остановите, что вы делаете? Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Руки прочь от инструмента. Он стоит дороже, чем ваша жизнь. Пианино дороже 56 тысяч. В смысле? Ну, я себя для прикола у киллера заказывал 56 тысяч. Мой подъезд, во-первых, там. И почему вы так долго несете мой рояль? Здрасте. Ну, мы когда с вами договаривались, думали, что мы втроем понесем. А вы не пришли. Вдвоем так-то тяжелее. Кстати, если это ваше пианино, то получается, вы, наверное, пианист. Сделайте малому сюрприз. Помогите. Наверное. Я, в общем-то, известный пианист. Композитор, певец, Аркадий Укупник. Аркадий Укупник. А что это вы делаете? А я мысли на каналы перещелкиваю, пытаюсь вспомнить, где я вас видел. Подожди, папа, что-то я не верю, что он настоящий. Ну, значит, я задам ему вопрос, ответ на который знает только настоящий Аркадий Укупник. Давай. А что вы ели на ужин? То, что осталось после обеда. Здравствуйте, Аркадий. Здрасте. Слушайте, это ж получается, я первый раз с его матерью поцеловался под вашу песню. Вы что, хотите сказать, что вот это из-за меня? Получается, да. Дядя Аркадий, подскажите, пожалуйста, что мне сделать, чтобы понравиться девушке? Сбрей усы. Ну, пожалуйста. Дядя Аркадий, ну давайте серьезно. Ну, если серьезно,
Ну, хотя бы причешись. Нет, Аркадий, ну давайте так, с прическами мы все промахнулись. Я, вообще-то, секс-символ 90-х. Не, ну тогда и время такое было. Выбор был невелик. Он ладно, ваш. Давайте. Ну что ты умеешь играть? Я за такую игру по рукам бью. Видишь, папа, чтобы бить людей, нужен повод. Да расскажи. Так, ребят, все, давайте я... Я все сделаю сам, сыграю, все будет нормально. Веселое, грустное. Веселенькую. Ну это просто, по беленьким. Поехали. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся. Да ты не бойся и не стесняйся. Я люблю тебя! Ланина, Сережа, я тоже тебя люблю. Но жить... Ты пригласил петь для меня Аркадия Укупника. Ты сумасшедший. Прости, пожалуйста. Да нет, это круто. Ой, спасибо вам большое за помощь, Аркадий. Ну а что такое? Я, в общем-то, сам себе помог. Это как же? Ну как, вас теперь трое, так что давайте, тащите мой рояль. Ну, Аркадий! Друзья! Но на самом деле хочется сказать большое спасибо легендарному композитору и музыканту Аркадию Укупнику за то, что его творчество проходит сквозь поколения. А я... хочу сказать большое спасибо Михаилу Дудикову и КВН, который подарил мне такой прекрасный праздничный эфир на ОРТ. На Первом канале. А это что, круче? Конечно! Михаил Дудиков, СКФУ! Thank you very much! Не увидишь, не поверишь, не узнаешь, не поплачешь, не замерзнешь, не сойдешь. Фристайл со звездой на сцене команды КВН «Город снов» Элиста. Друзья, а перед конкурсом «Фристайл со звездой» мы, по традиции, решили обратиться за помощью к нашему мэру. И так у него в кабинете. Ренат Равильевич! Ренат Равильевич! Смотрите, здесь я! Ого, что за костюм? От кого вы прячетесь? Да, так, по работе. Чего надо? Ренат Равильевич, у нас номер со звездой, нам нужна ваша помощь. Совесть вам нужна! Надоели вы мне уже! Раньше хоть перед игрой проходили, сейчас перед каждым конкурсом! Повадились они! Ну, пожалуйста, Ренат Равильевич, пожалуйста! Булдже! Ну, в смысле, хорош! Ну, в смысле, хватит! Бульчанав, короче! Ну, Ренат Равильевич, у вас же много связи, пробейте там по своим каналам! Ладно. Алло, Бедросыч! Здорово, братан! Здравствуйте, вы дозвонили в службу поддержки. Слушай, моим КВНчикам помощь нужна, не пособишь? Ваш звонок очень важен для нас. А, понимаю, все, извини тогда. На вашем счете недостаточно средств. Ребят, он не может. Ну ладно тогда. Стойте. Ну есть же и хорошие новости. Какая? Я ж пародист. Да чего вы залипаете? Серьезно тебе говорю. Смотри, вот короночка. А, добрый вечер, россияне. Что-то плохо, похоже на Путина. Так я не Путина, я Донских подражал. А, Донских один даже. Вот, и это еще без полного погружения. Ты мне покажи звезду, и я с полным погружением один в один сделаю. Ну вот, сможете? О, интересно, но сможем. Опа, никогда не получался этот дурацкий танец. Ладно. Чё, как вам такой, Ренат Равильевич, а? Да ладно, не может быть! Не может быть? Вы мне то же самое, когда я мэром стал, говорили. Бульчана! А вы точно Ренат Равильевич? Ну дай 5000. Да, это я. Ренат Равильевич, а как у вас так хорошо Дорохов получился? Да это у меня просто плохо Егор Крид получился. You touch me, та-ла-ла, my дин-дин-дон, иди сюда, иди сюда. Ну, Ренатович, хватит! Ладно, посмотрю, кто у меня еще в загашнике есть.
Классно у него получилось! Как такое все получается? Всем стоять и работать на бол! Дима! Не знаю. Да почему его все время нету на работе, а? Ладно, пойдем! Хуй здесь, ребят! Работа! Эти придурки даже не могут посчитать, сколько их в отряде. Ну-ка, что, по звезде определились? Да, вот это вот сможете? Вообще интересно. Да ладно, вот сможете. Да блин, как они на них ходят вообще, а? Ренат Равильевич, вы такой красивая. Спасибо. Такой талантливая. Да спасибо. Прям нравитесь мне. Руки убрал. Все, все, все. Я еще сам не трогал. У вас такие идеальные ноги. А, заинтересовал тебя теперь, да? Че, пошли в ресторан? Нет. Я пойду. Я пойду. Ребят, ну не ссорьтесь. Мы же с вами калмыки. Давайте тогда обнимемся. А, Булджана! Все, все, сразу как. Всем стоять, работает там он, мэр, на выход. О, смотри, это же Лёля из команды КВН «Союз». Да, это я. А что вы тут делаете? Это вы что тут делаете, а? Ну-ка идите отсюда, быстро. Ренат, что так хорошо получается? Может, кому-нибудь еще? Слушайте, есть еще одна звезда, но это прям бомба. Да ладно! Ну как? Ну! Да нафиг он нужен? Это же банально, за калмыком вышел калмык. Тем более он нас бесит. Да он меня тоже бесит. Че думаешь, кайфую сейчас, что ли? Че он вообще умеет? Петь и вот это вот. Бульджана! Все. Ну давай споем что-нибудь, может. Ну какую песню? Ну не знаю, что-нибудь из его репертуара, там гнилой. Только из уважения Сангаджи. Давай. Игра, которая не стареет, игра, которая душу греет, всегда она у нас в сердцах, минуя года. Ну, Ренат Равильевич! Чё, Ренат Равильевич? Я же Сангаджи не умею так петь! Да я не решил. Друзья, а внимательный зритель заметил, что мы показали номер со звездой своими силами, только благодаря нашему мэру. Кстати, где он? Я здесь, ребята, в жюри. Ого! Вот Азамат один в один получился! Ого! Вот так-то! Ренат Равильевич, а вы будете с нами финальную песню петь? Нет, сами пойте, я тут по вашему финалу поговорю с ребятами. Какой у нас классный мэр! Да. Вот где мэр! Лови его! Игра, которая не стареет, игра, которая душу греет, всегда она у нас в сердцах. Выступали Денис Старохов, Елена Гущина и калмыки! Спасибо! И, наконец, заключительный фристайл в игре на сцене команды КВН «Актеры Санкт-Петербург». Добрый зритель,
После 1/4 финала нас завалили письмами с просьбой показать продолжение нашего сериала «Две мелодии любви». И раз уж у нас сегодня конкурс со звездой, вашему вниманию представляется вторая серия. Телеканал «Семейный» представляет сериал «Две мелодии любви 2». Судьбы. Генезис. Революция. В городской палате. Я прибежала бы и раньше, но не хотела отменять маникюр. Галя! Ты вышел из комы? Галя, что случилось? Ты был в коме. В республике? А где тогда корешок от моего билета? Я же их коллекционирую. Я всегда любила твое чувство юмора. Как ты сюда попал? Я сидел посреди МКАДа, пил незамерзайку, ничто не предвещало беды. И что произошло? Да так, просто царапина. Да царапину-то я вижу, она у тебя с детства. Где твои ноги? Галя, ноги при мне. Ну и пока ты в хорошем настроении, я должна тебе признаться. Пока ты был в коме, я нашла себе нового мужа. Но я был в коме 7 минут. Я женщина, я не могу ждать вечность. Галя! Это мой новый муж. Где ты нашла этого прохиндея? Этого прощелыгу? Говори, пожалуйста, потише. Да говори как угодно. С такими ушами он все равно услышит. Вообще-то он знаменитый актер. Он снимался в столовой. В кухне. Куда? А еще... Я бог в постели. Да, и сейчас мы тебе это докажем. Да, я не хочу на это смотреть. Да это займет всего пару минут. Да. Стойте! Мне знакомо его лицо. Вынесите ему стул. Дайте ему руль. Притащите бампер от машины. Включите песню «Там далеко, далеко». Там далеко, далеко есть земля. Это же он меня сбил! Так все, хватит, ребят, все, это какой-то бред полнейший. Нет, простите, я в этом играть не буду, все. Всего доброго, пока. А Бурковский бы сыграл. Да, это я тебя сбил. Она будет моей. Галя, прости, но мы должны поговорить как мужчина с мужчиной. А пока я поговорю со Всеволодом. Галя будет моей. Галя, ну прости ты меня. Я больше никогда не совершу той ошибки. Ты про тот случай, когда ты так сильно пытался понравиться моей матери, что у вас завязался роман? Нет, это было волшебно. Я про тот случай, когда мне пришлось надеть твои колготки. Хотя это было удобно. Знаешь, Галя, я ни о чем не жалею. Мать, катафалк готов. Пакуйте этого мерзавца, поехали праздновать. Отец, я ни на секунду не сомневался в том, что ты жив. Я понял это, когда получил две твои гвоздики. Игнат! Сынок, я твой отец. Отец? Это я твой отец. Нет, это я твой отец. Да нет, я твой отец. Я твой отец. Я ничего не понимаю. Ага. Я наверняка знаю только одно. Из всех присутствующих в этой комнате отцом Игната точно не может быть только ты, Игнат. Ну почему? Даже в этой игре мне нет места. Нет! Кажется, у меня амнезия. Что последнее ты помнишь? Я помню, как ты толкнул меня, я ударился, мы сели на кровать, начали разговаривать. С тех пор пустота. Господи, ты покалечил собственного ребенка! Все! Хватит! Остановитесь! Прекратите! Перестаньте! Стоп, игра! Охолонитесь! Да мы поняли. Да?
Я должен вам признаться, Игнат, на самом деле я не твой отец. Я твой медбрат. Нет, а я твой медотец. Да. Нет. А я твоя медмать. Нет, 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 нет таких слов. Галя, ты должна сохранить семью. Если ты захочешь видеться со мной только по четвергам ради безудержного и дикого секса, я пойму. До четверга. Тогда среды? Нет, прости. Вторник. У меня бассейн, прости. И вы все меня простите. А простят они его или нет, мы, возможно, узнаем в следующей серии. Друзья, вы знаете, КВН воспитал из нас настоящих актеров. Ну, не из всех, конечно. Так пусть же теперь он из этих актеров воспитает настоящих КВНщиков! Михаил Башкатов! Команда КВН «Актеры»! Я знаю, придет день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир. Ну что же, команды сделали все, что могли, и мы приглашаем их на сцену. Так, настало время дать слово нашим уважаемым судьям. Прошу, Азамат Мусагалиев. Средний балл за конкурс «Фристайл со звездой». Значит, Казань 4,7 балла. Сборная великолепного Хабаровского края 4,6 балла. Команда КВН Михаил Дудиков 4,7 балла. И команда КВН «Город снов» Элиста и актеры Санкт-Петербург по 5 баллов ровно получают за этот конкурс. Таким образом, первое место поделили две команды с средним баллом 10,0. Это команда КВН «Актеры» Санкт-Петербург и команда КВН «Город снов» город Элиста. Спасибо большое, наши уважаемые жюри. Поздравляем финалистов, которые вышли из этой игры. Это команда КВН «Город снов» Элиста, Республика Калмыкия. И команда, которая, надо сказать, удивила, потому что, в общем, прибавляет от игры к игре. Это команда КВН «Актеры» Санкт-Петербург. Но, друзья, конечно же, понятно, что у нас из первой игры вышло 3 команды, из второй 2, в принципе, и на 5 можно сыграть. Но, может быть, вы кого-то хотите еще добрать. Михаил, мы приглашаем в финал команду КВН Михаил Дудиков. СКФО Ставрополь. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Поздравляем еще одного финалиста, команду КВН Михаил Дудиков. Итак, на этом закончилась наша вторая полуфинальная игра. Спасибо вам большое, друзья. Увидимся в финале на Первом канале. Пока.